Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дитол, и мы продолжаем играть Черепашек-ниндзя-легенды. Сегодня у нас PvP, и мы будем тестировать Карай-змею. По полной будем ее тестировать, посмотрим, насколько она хороша или плоха. Так, кстати говоря, меня сместили по рангу, я уже 100-й, хотя я даже опускался уже в 5%. Надо постоянно играть, и тогда буду держаться в топе. Так, бой. Что мы берем? Конечно же, Макмана мы возьмем, Лео обязательно возьмем, черепашечек мы пока не трогаем, потому что я не делал на них обзорчик. Отдельно будет обзор, и дальше они будут включены в наш состав. Змейка, конечно, змея Караю, она у нас в составе. Раф у нас тоже в составе. И кого бы взять, Рахзар или Железная Голова? Рахзар или Железная Голова? Железную Голову возьмем, а в следующий раз возьмем Рахзара. Так, ну что ж, бой сейчас начнется. Давайте посмотрим, каких противников нам подберет компьютер. Мне, кстати говоря, один из подписчиков сказал, что на самом деле это не онлайн бой, а все-таки компьютер. Компьютер, да. Не прям вот в режиме онлайн мы сражаемся. Ну что ж, у противника тоже Карай 45 уровня, гораздо сильнее нашей. Она атаковала Железную Голову и понизила скорость атаки. Ладно, а мы массовая атака, конечно, массовый. Бух! И тоже скорость атаки, ну хоть у кого-то, у Кейси это хорошо. Лео, тоже массовую атаку. Уничтожай их, просто уничтожай. Ух ты, практически уничтожила Лео и Стиранка. Рокседи, кстати говоря, блин, Рокседи он силен, он хорош. Я тоже себя хочу рост. Так, Рафи, повысим атаку. Кстати говоря, все персонажи, которые могут накладывать какие-то бафы, они обязательно нужны. Я в этом уже убедился, и они очень помогают победить. Массовая атака от Железной Головы. Ну что ж, Лео, все, что ты отхилил, мы уже обратно отбили. Обратно понизили вашу хпшечку, и все, огонь. Ой-ой-ой, массовая атака Стиранка. Он достал свой пулемет и всем пострелял по каждому. Ну вот и получить за это ответочку от нашего Рафи. Рафи просто так не стоит. Так, мощная атака от Магмана. Я думаю, несколько сейчас ляжет. Да, как я и отгадал. Кейси просто даже не успел никакую атаку нанести, лег. И... Ой-ой-ой, смотрите, какая прикольная атака. Рокстеди, блин. Ну, Раф. Раф уже третьего положил, по-моему, свои контратаки. Ну, отлично сейчас срабатывает она, это хорошо. Массовая атака от Караю. Блин, кстати говоря, у нас практически хп... Да ладно, Вот это польза Рафа. Раф нужен в команде, 100%. Но Карай, кстати, тоже неплохой урон нанесла. Хоть она не так много ударов смогла нанести сегодня. Так, ну что ж, мы на 99-м месте. Продолжим, надо укреплять свои позиции. Сейчас мы возьмем Рахзара вместо Железной Головы, может быть, он нам еще что-то поможет. Так, переносимся. Лео восстанавливаем, Макмана, все, эти двое у меня точно в составе. Карай, все хорошо. Раф, и где там у нас? Вот он у нас, Рахзар. Посмотрим, подберем, какой компьютер подберет нам противника. И кто же у нас? Так, у нас ящерица, все неплохо, 35-37 лаваки. Я думаю, мы победим и достаточно легко, я надеюсь. Карай сейчас будет первая, скорее всего, будет атаковать. Да, я отгадал, вот в чем плюс Карай, хороший спид-атак. Значит, массовую атаку, давай, Карай, и кому-нибудь, может, понизит еще. Отлично, у двух, у Кейси и у Бибопа. Так, Волк повысил себе шанс крита, потому что у него хпшка больше 80%. Давайте повоим на Луну и у некоторых наших союзников повысим атаку. Да, вот так и произошло, у Рафа и у Макмана уже повышена атака. Хорошо. Ящерица сыграет на гитаре, что будет? Скорость атаки повышена. Полезный очень навык на самом деле. Лео, массовая атака, вихрь, Так, у них кто-нибудь может похилить? Я точно не помню, но, по-моему, Змейка Вьюн может лечить свою команду. Так, что-то Рахзару достается прям от одного и другого. Сейчас и Кейси, мне кажется, по нему ударят. Тихо, Кейси, 255. Нехило так. Так, Рафи, давайте сделаем ход конем и попросим всех противников атаковать только его, иначе наш Рахзар ляжет уже буквально после следующей атаки. Взял всю атаку на себя, все принял на свою грудь, и здесь Махман. Махман сейчас просто положит, блин, всех.
Он всех положит. Это же Макман. Ёлки-палки. Это Макман. И с ним ничего не сделаешь. Он крепок, здоров и силен. Ну, блин. Ничего не поделаешь. Хорошо, что у нас? Мы в рейтинге не подвинулись, что ли, как я понял. Так и остались 99 место. Занимаем, по всей видимости. Так, заработали бабосики и мутагены. Ну что ж, Ракзар нам был полезен в начале боя. Кстати говоря, благодаря нему у него повышенная была атака у Макмана. Так что давайте еще раз продолжим. Кто у нас? Карай. Так и так. Давайте еще раз. А нет, давайте все-таки Ракзара возьмем. Хочу Ракзар. Пусть будет он в команде, пусть будет в составе. Ничего страшного, хоть у него и нет массовой атаки, я все-таки придерживаюсь правило, что в ПВПшке были все, кто может либо наложить какой-то положительный эффект, либо может лечить, либо массовая атака. Вот основные критерии для выбора союзников. Так, что у нас здесь? Караи, железная голова против нас, пульверизатор, Брэдфорд и Стокмафлай. Стокмафлай может подлечиться. Так-то тихо, Карай, понизили урон. Ну ты, какой, а? Давай, Карай, теперь вот покажем, как можно... Ну да, слабоватенько, ничего не скажешь. Повышен крит у нас. Давайте не будем сейчас повышать атаку, а просто мощный дамаг нанесем. Он должен мощь нанести. 773 сильно, но не так, как мне хотелось бы. Брэдфорд повысит сейчас атаку. Он сам себе любит и повышает атаку. Массовую атаку мы применим. Лео! Лео, давай! Лео молодцом. Массовую атаку. Пол хпчик снес. Пульверизатором попой своим машет. И своим достоинством. Все, он сказал, чтобы все атаковали его. Так и быть. Но сначала мы повысим атаку. Рафи повысит дамаг у наших героев. Хорошо, что же будет делать Железноглава? Железноглава обычную атаку. О, Карае. И Макман, твой ход, массовая атака. Давай кого-нибудь вынесет. Отлично, минус Карае, практически минус железная голова. Но, как и было ожидаемо, Стокмафлай будет лечить. Так, у нас нет выбора, мы атакуем по пульверизатору. Повышенная атака у нас. Так, 202 и оглушен. Все, он в следующий раз уже не будет атаковать. Давай, так, атака у нас вот так всех повышена, просто когтями своими бросим. 715 крит и будет наноситься периодический урон. Хорошо. Ну что, Брэдфорд, что ты будешь делать? Палео? Нет, мне кажется, это не лучший выбор был. И давайте подлечимся, самое время. Да, хорошо. Мы в бою, мы готовы, у нас полная хпшка. Ничто нам может помешать, и сейчас Раф возьмет все на себя, Раф и сказал. Я готов сам всех мочить. Так, массовая атака от железной головы. Ну, что ж поделаешь, да, должна быть. Эй, Лео, контратаку. Не Лео, тьфу, блин, Раф опять запутался, в прошлый раз меня поправили, спасибо большое. Была оговорочка и опять оговорился, надо же было так. Так, у нас повышенный крит, кстати говоря, повышенный крит, 1538 урона. Эти зеленые руки, они мощные, ничего не поделаешь. Карай тоже крит повышен, дамаг повышен, но промахнулся. Промахнулась она, и сейчас будет Ракзар. Ракзар, давай-ка, что ж, может ты не промахнешься? 737, сильный урон. Хорошо, сейчас будет атаковать по Рафу. Рафа, держись. Нет, Раф все-таки не выдержал атаку от Брэдфорда. И лег в бою, но его брат-черепашка отомстит. Да, Лео молодцом. Хорошо. Фух, железная голова. Понизить скорость атаки, но, к счастью, только у Ракзара. Так, змея наша. Блин, он же таун сделал, да? Только железную голову можно атаковать сейчас. И что мы и сделали. Ракзар, давай просто обычно так, 134 урона. Лео, добей ту железную черепаху, она нам не нужна в качестве противника. И у нас Макман. Как вы думаете, с одного удара получится вынести? Хоть это будет не сильная атака, просто же... Да. Не то Макман. Так, Карай, давай двойную атаку. Пора уже хоть раз применить двойную атаку. Нет, не получилось. Лео. Мимо.
Да, повышен у него додж, то есть шанс промаха по нему очень велик. Карай. Все, у него спал баф положительный, и можно атаковать. Так. Макман. Макман тоже его атаковал. И Рокзар. Рокзар, давай. Давай, Рокзарчик. 517 сильно, но тут столько он флот держится. Держится на последних, просто на зубах. Хорошо. Лео добил. И мы побеждаем. Победа. Победа, дорогие друзья. Подождите, нам говорят. Продолжить. Подождите, блин. Ох, что-то уже отбоя немножко. Немножко сбился. Так, хорошо, у нас 98 место. Вот мы и посмотрели в бою Карай вместе с Рокзаром и другими нашими героями. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой пятерки, которых мы рассмотрели, вот этих бойцов. Хорошая она, плохая, ваше мнение, мне очень важно. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Detol, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока!